Всем привет, с вами МЗН. Сегодня у нас будет очень необычное видео. Ну, по формату, то, что я просто стримлю, я сегодня решил рассказать, как идет игра, такая как Correct Drift Racing 2 на iPhone SE 32 гига. Ну, то есть, просто как она идет, лагает или не лагает, потому что я посмотрел в интернете в поиске, такого ничего нет, вдруг кто-то хочет на БУ рынке взять SE-шку. Ну, для этой игры. В общем, вот. И я сейчас просто покажу, как она идет. То есть вот iPhone. Он уже старенький, с мятинкой, так скажем. Сейчас зафокусится. Опа, реклама стримера Мурчи. Да-да. Идет сейчас видео, если что, 60 FPS, так что кадры, не знаю, скорее всего, я, наверное, засниму с телефона, чтобы не было просадок, потому что, ну, с видео частота кадров снижается. Заодно покажу время загрузки, то есть как долго он загружается. Ну, она и на моем Redmi Note 8 Pro тоже долго грузится и даже проседает, но на удивление на SE-шке она идет стабильнее, чем на моем 8 Pro. Ну, то есть, это странно. Вот. То есть, вот он загрузился наконец-то. Сейчас выставим настройки на максимум. Так, фокус. Наверное, надо понизить яркость, скорее всего, немножко. Так, вот графика, пункт. Сейчас мы включим все на максимум. Специально. Вот, то есть. Сейчас на максимальных настройка графики, то есть на 3 часа. Так, сейчас я машину поставлю, я просто не хочу кубочки сливать. А то это не вкачанное, я ее только купил на этом 4-м ТР. Возьму народную машину. Цыганскую. То есть. Опозорюсь сейчас, как я херово в нее играю. То есть, пока что менюшки, он работает шустрее, чем мой 8 Pro. То есть, все нормально идет. Но у меня сейчас уже руки болят просто на весу. Здесь у меня такая конструкция. Так что, извиняйте за мою рукожопость. О, моя тачка, которую я сегодня купил, лол. Все, полетели. То есть, как видишь, сейчас вообще стабильно 60 кадров, без просадок. Возможно, конечно, фокус сбился немножко. То есть, это, ну, бывает. Но я просто специально хочу вам показать, что, ну, достоверную инфу, что я не просто снял с какого-то другого телефона или айфона. То есть, вот. О, я даже выиграл вроде бы. Ну, то есть, он идет стабильно на высоких настройках, правда... Зарядка быстро сжирается. Ну, потому что это SE, у меня уже аккумулятор не новый. То есть он сейчас немножечко совсем нагрелся. Но если вы сыграете каток 10 непрерывно, возможно, он уже будет таким, знаете, раскаленным немножко. То есть вот. Допустим, что еще можно показать? Время выхода в менюшку. То есть вот. Машину, допустим, вам надо поменять. Здесь ничего не лагает. То есть SE в этой игре себя вообще еще нормально чувствует. То есть не лагает. Вот. Ну и на этом все. То есть это просто было коротенькое видео в надежде, что его кто-то посмотрит, и оно залетит. Какие-то рекомендации или что-нибудь такое. То есть вот как-то так. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. А с вами был я, NoNameZend. Всем удачи и всем пока.